Пограничное управление по Приморскому краю отмечает 85 лет со дня основания. На протяжении всего этого времени в крае идет непрекращающийся контроль всех типов границ. Морской, речной, озерной, сухопутной и воздушной. Несение службы круглосуточно. И постоянная работа над физической и тактической подготовкой. Служат на границе и верные воспитанники кинологов. Собака всегда на посту вместе со своим боевым товарищем. Техническая база на высоком уровне. Ведь это все вместе и есть гарантия нерушимости наших границ.